Ивановна и бросилась к сумке, стоящей в углу с вещами. «Ну где же они, где?» – приговаривала Алька, копаясь в сумке. «Вот! Нашла! Вот они мои хорошие, самые красивые! Вот они мои туфельки!» Алька сидела на кровати и разглядывала свои новые туфли. Да чего же красивые! Самые хорошие! Блестят! Ох, как блестят! А если поближе к оконцу поднести, еще больше блестят. А застежка блестит, будто из серебра сделана. Нет, не из серебра, из золота. А еще каблучок есть. Каблучок, правда, маленький, зато громкий. Уж Алька знает, как он может громко стучать. Алька мерила туфли и важно прохаживалась по большой комнате. А еще мама ей купит портфель, а еще школьную форму, а еще бант, такой прибольшой белый бант. Вот так выйдет Алька в сентябре на улицу, нарядная-нарядная, и в школу пойдет, стуча каблучками. Тук-тук, тук-тук. Наступил сентябрь, только в школу Алька не пошла. Ну ничего. Вот, кончится скоро война, она очень скоро кончится, и туфельки у меня будут, и школьная форма. Так примерить вас хочется, так хочется. Только здесь нельзя, испачкать можно. Вот домой приеду, каждый день примерять буду.
Нигде нет. Дождавшись маму, она бросила с ней вопрос. С вопросами: мам, туфельки-то где? Туфельки, говоришь? Погоди, дай хоть отдышаться, да пальто снять. Алька с нетерпением ждала маминого ответа. Вон, смотри, доча, на что я твои туфельки обменяла. Только тут Алька заметила в углу маленькое ведерко картошки и половина тыквы с крупными семечками. Алька села на кровать и громко заплакала. Счастье.